Нас в СПЕЙ по Доте 2 на лов приоритете. Ха-ха, берем сразу, идем мид. Все. Сейчас я свое дело сделал. Фух, а теперь можно расслабиться, пойти поспать. Ох! Давно просили меня сделать вот это летсплей по Доте 2. Вообще, конечно, как-нибудь сделать так, чтобы каждый день я пилил летсплей по Доте 2, было бы забавно, я думаю. Потому что многие любят смотреть видосы, например, за каким-то делом. Да? Например, когда кушаешь, я сужу по себе в первую очередь. Когда я кушаю, я люблю смотреть какое-нибудь видео. Я не могу в это время, например, лазить по сайтам или срать там где-нибудь, да? О, а что у меня времени не видно? Странно, что такого не было. Все, сломался экран, да? Все? Ну-ка, подождите. Странно. А раньше все нормально. Ну, короче, или, например, перед сном. Ну-ка, опять мне экран сбился. Да, ясно. Или, например, перед сном можно поставить, да, какой-нибудь там видос запустить, поставить программу Power Off, которая вырубает компьютер в определенное время, и все. Так, что-то у меня реально плохо экран. Далее, о, приоритет, залив. Ну, что мне оправдываться? За интернет и тупого. Ростелеком есть Ростелеком, что еще можно сказать? Я не знаю, реально, как мы будем играть, или что мы будем играть. Палку-толкалку собрать? Да ну, не собирал ее. Давайте пойдем через нее, чем смущаться. Ну, вот так вот, как-нибудь. Не забывайте, что Westplay это просто будет чистая импровизация. То есть мы будем импровизировать, да, что-нибудь пробовать. Часто какие-то тесты будут. Я думал, у меня Вардас. Часто будем тестировать какие-нибудь новые сборки, оригинальные и так далее. О, матный герой Легион Командер. Собираете ей бледного мента и все, и жопа сразу. Я хочу сыграть, знаете как? Уже очень много я играл на Invoker в свое время. Поиграть хочу я, вспомнить детство. О, через... Давай, братюня, пошли. О, йоу! Опа! Опа! Оп! Ну давай, говно, давай. Все, убегай. Нет, 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 сейчас ФБшка будет. Ну, пожалуйста, живи. Живи, детка, живи. А-ха-ха! Нет! Он догоняет меня. Тут драка, 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 иди сюда. Пошел нахрен, дебил. Вы видали, какой экшен? А, все, он свалил, да, чмо? Ха-ха. У меня-то скиллов-то нету, не забывайте, у меня скиллов нету. Попадем. Давай, братюня. У-ху-ху-ху! Прикиньте, да такого никогда еще не было. Никогда. Ну ультуй, дурак! А, ульты же нет точно. Ну все, короче. Не, вы видели сами, такого никогда еще не было. Очень забавное начало. У нас нету курьера. Игра отличная, я думаю, будет. Очевидно. Ладно, никого нам не дали убить все-таки. Давайте поиграем за инвокера. Видите, минус в том, да, что это чмо будет денайдить. Это практически нереально будет его перефармить. Но это снайпер, понимаете, это ДСПшный легкий герой. Любой инвалид сможет за него играть. Видите, в чем минус, что у него очень быстро летят пули. Нереально быстро. То есть, у нас, во-первых, анимация атаки, да, убогая. Пока мы замахнемся, там, пернем себе под плащ, говном размажет. И пока эта плюха долетит, смотрите, как плюха медленно летит. Пух! А у снайпера, видите, моментально, доли секунды она уже прилетела. Поэтому я даже не буду с ним соревноваться. Что получится, то получится. Видите, это чмо еще успевает нас еще кромсать. Опа. Опа, во, моментально. Ну, ладно. Так, давайте приготовим скиллы. Мы будем играть через торнадо и через толкалку, как я уже говорил, по-моему.
Ну да, видите, я даже не успеваю вообще ничего сделать. О, у нас дабл мит. Дабл мит! А вот это мне нравится. Я вообще так давно не играл на оперативе, вы не представляете. А? Прям радость такая для меня. Это так забавно. Веселье, кураж. Поиграем. Не знаю, зачем я палку-толкалку решил собрать. Эй, ты чмо. Иди отсюда, мразь. Иди отсюда, чмо. Маленький-маленький торнадо. Да, еще не вырос. Так, надо вспомнить, это что влияет на торнадо. Подождите секунду, сейчас. Ой, блин. Сейчас. Дальность, вышка и кью. Все понятно. То есть в первую очередь будем на вышку делать акцент. Давайте сожжем ману, что нам ману экономить. Вначале мы просто фанимся, да? Кстати, счет уже 8-3, смотрите. Только начало уже 8-3. Все, пока фанимся, у нас нету скиллов, надо прокачать будет все скиллы. Значит, нужно экзор прокачать. Ну, это нереально, да, нереально его перефармить, забейте. Очень сильный герой, конечно же. Хотя, я быстрее их получу. Так, что он, что я хотел еще? А, толкалку, да. Вот толкалка офигенный скилл, офигеннейший скилл. Первое, потому что он может выводить из строя любых кэрри. Ну куда ты пришла? Что нужно тебе, дура тупая? Да я сам постою без тебя. Заметьте, у нас СМ-ка не купила куру, вы прикиньте, это что-то нонсенс. Забей. О, так у него уже ульта есть. Дебилы, уйдите, дайте мне пофармить. Ублюдки конченые, посмотрите на этих дебилов. Фак. А, у меня это, мне мут еще дали. Чмо, иди отсюда, мразь. Ну это лов приоритет, чего вы хотели. Ну будем стоять, так будем стоять. Будем мигать этой твари гнойной. Он сейчас пойдет фидить, смотрите, он сейчас сдохнет. Сдохни, мразь. Хорош. Говно, боссанное. И он надеется, что я ему буду помогать? Нет, петух, тебе помогать я не буду. Пришел что-то на мид. Забейте. Дебил саны. Пау. Пау. Все, у нас есть скиллы. Если что, мы сможем спастись. У нас нету куры. Я говорю, это первый раз такое. Первый раз я такое вижу, что была СМ-ка, не было куры. СМ-ка и нет куры. Это забейте просто. Мне кажется, игра уже чисто превратилась в фан. Вот реально. Что здесь можно сделать без куры, без всего, когда вначале убивают 6 человек, счет 2-4. Слушай, давай фаниться просто. Убийца, ну ты убийца, ну ты убийца-то, а. Какой же ты жесткий. Опа. Так, там что-то уже всех поубивали, нагибают. Во, уже даггеры покупают, а курицы нету. Молодцы. Прогресс. Давайте постоим до 5-го, до 7-го левела примерно. Кстати, конечно же, против СП стоять вообще просто изи-бризи, на халяву. Спасибо, братюня. Делаем акцент на второй и первый скилл, как я уже сказал. Не скилл, а сферу. А, у них летающая кура, я не убью ее. Летающую куру, у меня не хватит дамага. Вот ты что такой злой-то, а? Что такой злючий-то, а? Так, у нас есть первая сфера. Ну, пойдемте, наверное, поможем, что ли, нашей тиме. Смотрите, какие наглые. Дауны ДЦПшные. Просто стали в толпою и все. Какая халява, смотри, какая халява. Иди ко мне навстречу, друг мой, маленький торнадо у меня. У-у-у-пу! Выстрел, видали, какой меткий выстрел. Пойдем на базу. Так, ну давайте мы соберемся, знаете, как соберемся? Мы соберемся через ПТ. Здесь был это Фурион или мне показалось? А, показалось.
Он это отменил. Соберемся через ПТ и через барабана. Тем более на второй скилл мы будем играть через ускорение. Видите, делает отвод. Не, какая-то игра, я говорю, реально какая-то необычная. Так все что-то, все такие злые прям. Фурион прям прыгнул, все начал сносить. Не знаю. Седьмая минута, уже сносят все лайны. Он же топ снесли, кстати. Ну, я, конечно, готов обоссать их так слегонца. Соберем барабаны, а потом уже палку-толкалку. Иди сюда! Блин, как я долго-то, а, телепорти! О, так, так, давай, братюня. Пу! И эту мразь. Ну-ка. Нет, прокосил, ладно, ладно. Это уже было по фану. Но я бы его не убил, конечно же, это без варианта, потому что у нас Экзор только на единичку прокачан. Ну и ладно. Вообще мы не должны были делать экзорт, по идее. Мы должны были играть через два скилла. Сейчас полетит куча говна. Или не полетит, полетит. Но я не убью ее. Мне не хватит дамага. Ведь 4 удара, это слишком много. Окей, нам сейчас нужно придумать что-нибудь с маной. Поэтому сначала давайте соберем барабаны. Да, даст нам хп и маны, и ускорение. У нас сейчас 260. О, у нас СМ-ка еще есть. Какой санстрайк, дебил? У меня санстрайк на единичку. Давай, братюня, давай. Так, ну чё, мы будем дефать-то, нет? Сейчас, ну буду не ультовать. Ухо-хо-хо! Вау. Что происходит? Где кто? Я не могу понять. Ну что, будет что-нибудь делать? Нет. Все разбежались по всем лайнам. Ладно, я дистаю один, как я понял, да? А, все, ливануло. Пока. Пока. Ха-ха. Это была быстрая игра. Пошла сюда, мразь. А, help me. Это была очень быстрая игра, быстрая, быстрая игра. Прикиньте, чмошница просто ливанула. Просто вышла из игры. Давай, братюня, пойдем. А, мы не можем писать в чат, ну ладно. Так что пойдем просто фармить. Если что, мы в любой момент можем сделать инвиз. СМ-ка в этой игре вообще не нужна, она нулевая, понимаете? Эта тварь даже не купила куру. Она не купила куру. Давайте просто немножко пофармим, оп-оп. Нам еще много чего собирать. Дамаг, видите, у нас вообще нулевый практически, 59, вообще ни о чем. Это, по-моему, даже у СМ-ки. Кстати, у СМ-ки, по-моему, больше, чем у этого инвокера, я не помню точно. Есть ли смысл кидать санстрайк? Нету. Нету. Не убили бы его. Ладно, срать. Собираем барабаны и потом уже пойдем. Потом пойдем палку-толкалку, наверное. Пускай СМ-ка у нас будет фармить в лесу. Это лучшее место. Видите, мне почему-то раз такая раскачка нравится, да? Но опять же, я просто по фану сейчас играю. То, что здесь очень, говорю, очень много дизейблов, очень много. То есть, есть ветер, да, с помощью которого мы сможем догнать любого. Есть, как называется, бластер, да, мы сможем любого кэрри превратить в говно. Немножко промахнулся, ну ладно. Я думал, он пойдет дальше, но посрать. Как живет. Еще надо привыкнуть к раскладке, видите, у меня постоянно меняются скиллы. Я иногда путаюсь. Убивают нашего кэрри, кэрри нашего убивают. Пойдем это говно примем, пошли, пошли, пошли. Какая вкусняшка, что тебе есть что? Молодец. Фу!
уходим, вот это ульта. Кстати, он прокосил первым скиллом, прикиньте, это вообще такой фейл. Давай. Ну тогда ладно, первый скилл сделал. Ну давай, братюня. Господи Иисусе. Ты сдохнешь. Я хочу играть двумя скиллами, но приходится, видите, переключаться на другие скиллы по ситуации. Дай мне пофармить, дебил тупой. Ну подыхай тогда, чмо. Видите, даже ему легче фармить, потому что он прям вплотную стоит, я даже не могу разогнаться. Спасибо, пофармил. Во, другое дело. Так, пока мы идем на базу, давайте приготовим все наши скиллы. Все, и теперь уже можно собираться, например, или форстав собираться, я думаю, или тогда вообще в хекс. Прикиньте, в хекс собраться. А давайте попробуем в хексу. Она, наверное, мне хотела дать, как я понимаю. Ха-ха-ха, вот у меня 2 ТП. Ладно, я пошутил. Он сейчас обидится или пойдет по-любому. Так, и опять делаем ветра, ветра, ветра. Я сам себе куплю, мне не нужны ваши подачки, у нас ни одного варда. Давай, братюня, пошли, барабанчики работают. Скорость 400. Но мы, видите, мы не идем через дамаг, то есть дамаг должны наносить наши кэри. Мы как-то саппорт идем. Ох ты зря. Ну я же не успел, видите, я не знал, что она ультанет. Когда я кидал, ее здесь не было. Пойдем это говно убьем. Нет, не убьем. Вот неприятные моменты, когда с вами вот играет, да, Легион Командер. И часто бывает, когда вы играете за инвокера, вы можете использовать... О-о-о. Все, жопа тебе. А, нормально. Вы можете использовать ветра, и при этом она ультует. И получается, что вы не успеваете просто среагировать. То есть вы же не знаете, что она ультанет, правильно? Вот это дерьмо у нас фрифармит. Просто фрифарм. О, видите, как далеко летит? О, прокачанный, прокачанный торнадо. Аж до сюда долетел. Нас, кстати, еще ни разу не убили. Я вас поздравляю. У них минера нету? Нету, нормально. О, ДДшку мне дал кто-то. Спасибо. Ну, мы минера, конечно... О, этого не заберем. Так, где-то чмо. Вот, отлично. Пока, говно. И ей дали опять килл. Хотя я с ДДшкой был. Ну ладно, без разницы, честно говоря. Самое главное, что мы играем за инвокера. Мы живы-здоровы. Что еще нужно? Сейчас мы хотим собрать палку-толкалку. Тоже будет забавно так побегать с ней. Не, не надо, чувак. На тебе чмо. На, на. Попал? Попал. Пока! Ну, конечно, там с подсосами играет. Его и отрегенят, отхилят. Подсос! У меня нету санстрайка, то есть его бесполезно кидать вообще. Хорошо, надо будет нам прокачать еще ульту. Ой! Пробило немного, ладно. Обоссали бомжиху, я рад. Опа! Так, первый скиллок. Первый милок. Милок, милок. Ладно, все, бежим. У нас 2-0-8. Дай угадай, больше всех. Нет, 9. 9 ассистов больше всего. Ну, почти больше всех. Так, раз, два. Нет, офигенно, я говорю, у меня раз такая прокачка. Но опять же говорю, что желательно, если вы пикаете инвокера и делаете такую прокачку, да, нужно писать в тиме, что вы будете больше саппортом, да, чтобы они брали кэри нормальных. Иначе просто некому будет бить. А это самое главное, чтобы было кому бить. Иди сюда! Иди сюда, мразь. Да он не мог. Нет, я ему сбил 2 раза ТП.
Но у фуры, видите, у него специфический ТП, да? Он может его делать, даже если вы сбиваете. То есть вы сбили ТП, и он опять его делает, и опять, прикиньте, да? При этом он ни маны, ничего не тратит. То есть он на автомате пытается заново делать ТП. Надо за Легион Командера поиграть, кстати. Кстати, напишите комментарий, а что вы думаете о том, чтобы я каждый день выкладывал летсплеи по доте? Я выкладываю летсплеи на разные игры, но я могу и по доте выкладывать. Гайды, видите, очень тяжело делать, это очень долгий процесс. И мне не хватает терпения, желания и так далее. Например, если против вас играет Магина, очень хорошо зайдет наш бластер. Магина прыгает, прокачанный Магина, нажранный. Прыгает, делает манту стайл, и вы с помощью бластера, во-первых, наносите урон копиям, то есть вы найдете оригинал. И во-вторых, Магина не сможет бить вообще никак. Нам нужно, ой, я думал 600, ну ладно, 900. Давно я не собирал палку-толкалку, очень давно. Ну такой спорный арт, я не знаю, зачем он нам нужен, попробуем просто побегать с ним. Оп-оп-оп. Такие кусочки. Я, конечно, рискую здесь стоя очень сильно. Рискую, пошла в жопу. Нормально. Так, 750, еще немножечко. У снайпера, кстати, аватар. Аватар, аватар. Опять же, мы сможем сбивать скиллы снайперу, да? То есть первым ветрами сбить каст ульты. О. Ну давай сразу тогда я апну. Если мы будем играть, то давайте будем играть по-серьезному. Парни пока не ливают, но я уже говорил, я ненавижу, когда ливают. То есть это означает, что все, Тима может ливать. То сейчас любой может ливануть в любой момент. Пошли, 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 поможем нашим братцам. О, как вас здесь много! Как вас здесь много. Вау! Вау! Полетели! Ага, и все мимо. Я имею в виду про снайпера. Я могу сделать метеорит, мне не сложно. Кстати, мы можем также закидывать сюда наверх. Реально, палка толкака, прикольно, арт. Ах ты. Ах ты пи до шлягр. И такое французское слово пидошлягр. Обозначает хороший человек. Ну, шлягр. Медали, да? Также я мог сделать с любым. Бойтесь меня, бойтесь, мудаки. Кстати, вот они же начинают напрягать нас. Это, наверное, все из-за ЦМ-ки. ЦМ-ка ливанула, начали сливаться. Ладно, я пошутил. У нас есть Джиггернаут, мистер Ульта. У нас есть... Не, у нас хорошие персонажи. Ах ты чему, а? Ты посмотри. Ты посмотри, назад, назад, дура. Назад, назад, спасти любой ценой, она должна выжить. Ох ты, что ж вы творите, да, дети мои. Ну давай, братюня. Ха-ха-ха, я успел. Ладно, все, уходим, уходим, жив-здоров. Я запутался в кнопках. А там не было Джиггернауда? Офигеть, а я думал, он там был. Мне показалось, что он ульту сделал. Надо быстрее прокачивать ульту, потому что КД большое. Ладно, Джиггернауд тогда пока проносил, ничего страшного. Все, мы купили хорошие арты. Что можно еще собрать? БКБ, да, смысла нету. Давайте, знаете, что заберем? Некро. Если мы хотим победить, давайте победим. Некров соберем, если это победа априори. Автопобеда называется. Автопобеда. Бу! Оп, такой. Оп, 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 оп. А кто, интересно, у них будет покупать пыль? Кто у них саппорт? Дерево? Эй, эй, говнище, иди сюда, мразь. Иди сюда, санное говно. Вот он рискует, рискует, рискует. Мне надо добавить кнопку «Сгруппируйтесь». Не могу ее добавить никак. Давайте, наверное, добавим быстренько. Она, я не знаю, она будет сейчас работать или потом. Колесо, наступаем.
Это очень важная кнопка. Блин. А, вот она. О-о-о-о-о-о. Блин, то нажал, я забыл. Я забыл, короче, как писать в чат, вы прикиньте. Нормально, молодец. Самое главное, чтобы наш Кэрри кушал. Она кушает, это хорошо. Я забыл. Вот мне такое бывает, да, что... До этого ты помнил, как писать, как в чат команды отдавать? Я забыл. Это нереально. Пока менял, я просто забыл, как в чат писать команды. Колесо чата. Вот оно, саная Y. Ох, просто забейте. Не обращайте внимания. Просто забейте. Это не первый раз стать такое. Хоть бы они не ливали. Пожалуйста, мужики, давайте до конца доиграем. Let's go. Пу. Нам нужны борды. Давайте потихонечку, наверное, в саппорта переходить. Да, раз у нас нету саппорта. Пойдем потихонечку в саппорта. Раз у нас нету саппорта. Видали, какая скорость хорошая? Молодец, умница. Так, давайте купим варды. Отдадим этому. Нет, этому нельзя. Никому нельзя отдать. Ну ладно, положим сюда. На него это не работает, это бесполезно. А? Ладно, я просто пофанился, все. Так, я знаю, что на него не работает. Ну все. Ой! Да что ж такое криворукий-то, а? Хотел вард поставил, ТПС заюзал, да? Ладно, посрать. Ну руки из жопы, что я сделаю? Что надо от меня? Кто меня бьет? А где мой. А, вот он, все. Так, потихонечку собираем некра. И вардули. Мы купили вардули. Давайте поставим, потому что варды могут нам помочь зарешать. Отлично. Да ладно, нифига у тебя дамаг. Молодец, там три удара. А, она радиолятор собрала, да? Скорее всего, из-за него. Магнус минус 2 сделал. Все, эти лохи разваливаются. Короче, наша игра получилась так, что мы ни разу не сфидели, и в итоге мы стали саппортом. Из-за того, что ливанула тварь тупая. Так, минера нету, это хорошо. Юзаем барабаны. Оп-оп-оп-оп-оп. И поехали дальше сюда. Все, давай дальше. Прям сюда поставим. Нет! Лоха, 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 педик! Ой, это не матершинное слово. А варды-то у вас есть, а? ДЦП. Варды-то у вас есть? Ну давай, давай, постреляй, да, да, да. А, это иллюзия. Я аж перепугался. Ну что ж. Так, у нас нету ТПшки. Вау! Без ТП ты говне. Давайте пока сделаем наш прокаст. Прокаст наш сделаем. Давай, детка, давай. Успею, нет? Ах, наверное, не успел. Может быть, успел? Не, не успел. Я бежал как мог. Все, отлично, есть у нас некра. Некра тоже очень сильно решает игру. Где сраные куры? Вы заколебали свои куры уже? Так, в куре наши все иты. Мы давайте купим ТП. Верни, верни мою куру.
Вон она летает. О, кура забрала. Молодец. Прикиньте, тварь. Ну, тварь, а. Ну, в принципе, без разницы. Подождем, чё. Подождем. У них просто здесь варды стоят. Вау! Видели, я прокатил его. Кстати, я забываю, что у меня палка-толкалка. Надо не забывать об этом. О, печаль. Так, здесь кто-то был, да, по-моему? Или здесь легионка подохла? Ну вот же они все на миду, где вы лазите? А, вон он бегает, он наверное инвизник. Да, 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 инвиз. Ну я думаю, своими скиллами мы задефаем. Полетело говно по трубам. Полетело говно по трубам. Давай подеремся, говно. Ха-ха-ха, не боюсь. Ох, лох по жизни, лох по жизни. Вот они опять начинают баловаться, а? Мы будем, нет, убивать? У меня все скиллы КД. Уходи, братюня. Да, да, да. Живи! Нормально. Так, фу, это сдохло. Нормально, все, Фурион сдохший. Ну кто будет дефать, да? Я не понимаю, кто будет дефать? Я буду дефать соло? Ну давай подефаем соло. На-на-на-на-на. Нормально, все, обоссали. Веселая игра, я вам скажу. Очень веселая. А, я же так и не купил некра. Забейте. Просто забейте. А я смотрю, что-то не хватает, да? Что-то не хватает. Мне значит надо ульту прокачать, я забываю постоянно. Не хватает некров. Одно чмо убило куру нашу. У меня уже вторые некра. Так, все, ТП есть. Ну что ж, let's go сносить, барабанов нету, ну ладно, не будем покупать барабаны. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, отлично. Опа! Опа! Ха, не получилось у тебя, братюня, не получилось. Вы видели, да, я все предусмотрел. Лё-лё-лё-лё. Потом врубаем первую сферу. Нас еще ни разу не убивали, заметьте. У нас 0 смертей, ближайшие 3 смерти. И 2. А, и 14 ассасистов. Ну, поняли, короче. Хотя мы во всех замесах принимаем участие. Так, ТП есть. Давай, чему, давай, давай, братюня, нормально. Я тебя спасу! Кого мы бьем? Кого бьем? Давай, братюня, давай. Пух! Нормально. Третий некра. Да что ж вы за дебилы-то? Давай. Да подожди ты, дура. Дай мои некра, чмошница. Наконец-то я взял свои некрули. Наконец-то. Как мы ее убьем? Никак. Никак. Ну, у меня есть некра, да, но я бы не успел их взять. Ладно, пойдем за некрами. Тем более, вот еще один плюс. Я некра взял, чтобы победить, а против нас играет Фурион. Это хорошо. Он с инвизом, мы будем палить инвиз. Ой, не то. Все, мы 6 слотов, хватит нам, короче. У нас полно хп, мп. ОСГ нагибает. И мы ни разу не сдохнули. Это не может не радовать. Ну, Фурион, давай, чумо, выходи, подеремся. 3 на 2. Я готов с тобой подраться 3 на 2. Нас трое, ты один. Ой, 3-1. Ну, давайте, наверное, даже запушим территорию. Кстати, у него какие итемы-то? Надо было посмотреть, если у него сало есть, нету. Он собирает сало. Ну, предсказуемое чмо, а. Опа, опа, ну нифига я наярил. Давай, детку, давай. Опа, молодец, все, let's go. Все, начинаем прокачивать. А, у нас некра КД. Йоколэ мэне. Не будем делать ТП.
Так, ну то, что у него сало, это немного удручает, конечно. Это удручает. Потому что сейчас здесь появится где-нибудь, я вот уверен. Но меня сейчас могут убить, я вот зря здесь бегаю. Давайте кинем торнадо и уйдем отсюда. Немножко пропушим территорию. Опа, вот видите, да, все нормально. Чтобы там Фурион потел. Все! У нас есть некра, это отлично. Теперь можно нагибать. Третьего левела. Аж третьего левела. Мы сразу взяли третьего левела, некров. О. Опа, чирик. Пойдем, братюня, пойдем. Давай. Все, молодец. Там такой уже дамаг идет. Изи-бризи. Так, Фурион будет крысить, поэтому смотрим ТП. ТП у нас есть. Мимо. Это он ульту сделал? Давай, чувак, пошли. Нормально все. Давай, пока-пока, детка. Е-е-е. Ты вонючая жопа. Ла-ла-лай. Камон, камон, бейба. Нет, повернулся. Я хотел его сюда привести, ну ладно. Получилось так, что я его засейвил. Поставим сюда варик, давайте. Я знаю, что они спалили, пускай палят. Это такой психологический трюк. Видали, да? Некра, конечно, вообще рулят. Опа, пошла отсюда, мразь. Сразу, миллион скиллов в секунду. Эй, братюня, братюня. Я не могу убить, нет. Пока, сало. Вы видели, он заюзал пыль. Пыль не сработала, она не достала до меня. Ну ты лох, санный, ты лох, санный, лох. Пошли отсюда, мудаки. Они что, меня не спалят? Пока! Видите, как все красиво, да? Клоунада называется. Я таких инвокеров, да, которые без дамага играют, а мы без дамага, да, мы просто кидаем торнадо, да, и бластер. Я называю клоунами. Они просто бегают и фигню страдают. Ну сейчас было уматно, особенно когда он здесь заюзал просветку, да, и она не достала, она не спалила меня. Что можно собрать дальше? Ну, я не хочу собираться в дамаг, заметьте, я вообще не собираюсь в дамаг. Я не хочу собираться в дамаг, да? Можно собрать линку, линку есть смысл? Этот будет ультовать, этот может ультануть. Можно, например, давайте соберемся в бутстоны. Почему бы и нет? Блюрей. Блюстуны. Понимаете, блюстуны соберемся. И опять мы до сих пор ульту не прокачали на второй раз. Молодец. Давай, братюня, полетела. Оп-оп-оп. О, я всех собрал, молодец. У меня уже 3К. Ливанул. Что? Он просто ливанул. То есть зачем заканчивать игру, если можно ливануть? Офигенная логика. Мне вроде вернулся. Парень меня пугает немного. Так, нам нужно еще 200 голды. 200 голды примерно. Ладно, потом соберем, пошлите. Я решил собрать блюстоны, да, у нас будет много хп, мп, ну и быстрое возрождение, это хорошо. Это же хорошо. Так, у нас есть некра, нужно не забывать про них. Давай, чмо. Давай, детка. Давай, нормально, разворачиваемся и опять идем сюда. Давай. Давай, давай, давай. Опа, опа, опачки, 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 опачки. Сюда иди. Изи-бризи. Я, короче, всех убил. Вы видели, да, как танканул, как батька. Просто как батька танканул. Где мои некрули? Сносите, идите, мид. А я пошел, закуплюсь, говна наверну. О, я опять ульту забыл. Ну чё ж такое, тупая привычка. Ладно, давайте это и вот так вот. Все.
2400. Я хочу много хп. Много-много. Так, мы какие-то скиллы сделали. Я случайно какое-то говно сделал. Жог... сжигание МП. Там у них фурион. У нас есть ТП нормально. Зачем БКБ? Опа. Я могу его толкнуть, кстати, но он обидится. Изи-бризи. Засейвил поцака. Ну, такая у нас игра. Пишите комментарии, да, понравилось, не понравилось. Если надо, я могу каждый день пилить такие... Ну, попробую пилить, конечно, не обещаю, но... Попробую. Давай, братюня. Пошли в бой, бой. Нет! У меня 0 смертей, я не хочу потерять этот великолепный показатель. Все, мы можем собрать это говно. Блин, соберем быстренько. Там уже они заканчивают игру. Нормально. Ну так нормально сыграли, чисто пофанился. Чисто был фан. CF репорт. Ну давайте. Сейчас кину репорт. Ай, барабана не взял. Вот так вот. Очень веселая была игра, особенно в начале. Мне понравилось. Офигенно такое начало было. Все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, хотите ли вы видеть каждый день такие летсплеи. Чисто по фану на расслабоне. Подписывайтесь на канал. Всем пока.